Вот, дорогие слушатели, на этом мы завершаем наш курс «Геометрия и группы». Мы познакомились со многими случаями, когда групповая логика и групповые методы, техника из теории групп, помогают в геометрии. То есть связь, так сказать, дискретного с непрерывным. Впрочем, у нас были и случаи, когда группы сами по себе были непрерывными, например, группа вращения окружности или сферы. Вот, я надеюсь, что теперь вы сможете читать уже более специальную литературу. Например, Фукс, Фоменко, курс гомотопической топологии, книги по геометрии Лобачевского, по дифференциальной геометрии. Все это теперь для вас открыто. То есть для вас открыты, в общем-то, двери в большую, настоящую высокую математику. Ну а мы на этом с вами попрощаемся, и я всем пожелаю удачи.